Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород» Барнаул. Заканчивается август, солнечный денек, и подошла пора в очередной раз собирать перцы. Кратко напомню, что перцы, как и помидоры, обычно собираем в 4 приема. Первый сбор делаем, когда появляются первые плоды, очень хочется их попробовать. Это самый маленький сбор. Потом перцы поспевают в значительном количестве. И в этот раз собираем перцев побольше. Причем каждый сбор убираются плоды и спелые полностью, и слегка начинающие поспевать. Вот примерно такие. Бланжевые. И третий сбор, который сейчас будет производиться, делается, когда снова поспеет уже значительное количество плодов. После этого сбора останется совсем немного перцев на кустах. И четвертый сбор будет сделан в окончании сезона. Перцы находятся под укрытием, поскольку ночи очень холодные, да и днем уже не жарко. Вот сейчас солнышко, а вообще-то днем тоже погода не особо балует высокой температуры. Но, тем не менее, перцы поспели в достаточном количестве для того, чтобы проводить очередной сбор. Все перчики поспевают нормально. Перед тем, как собирать, покажу, как выглядят перчики на кустах. Вот это очень хороший сорт апельсин. Очень красивые у него плодики. Это сорт Алибаба. Дальше растет сорт Купец. Это мой любимый сорт. Довольно много плодов уже снято, но и осталось еще немало. Единственный желтый перец, который выращиваю, это сорт Гладиатор. Тоже поспевает неплохо. Плоды у него крупные, мощные, очень красивые и вкусные. Очень симпатичный сорт перца Леся. Тоже довольно плодиков поспело. Все, сейчас это будем убирать. Ну, сорт Турецкие Змеи. Очень оригинальный перец, причем очень сладкий, несмотря на форму. Новый для меня сорт Аристократ тоже завязал некоторое количество плодов. И самый крупный перец из всех моих — это сорт Рид. Тоже плоды начали поспевать. Вот, собственно, все перчики. Видно, что листья повреждают вредители. Но, надеюсь, урожаю теперь они уже ущерба не нанесут. Поэтому никакой химии не применяю. Несмотря на то, что перца еще много на кустиках, основные плоды уже, напоминаю, собраны. И можно подвести итоги урожайности перца в этом сезоне. В целом перец вырос неплохой. Плодов довольно много, и поспевают они хорошо. Ну и кроме сладких перцев, имеется еще небольшая грядочка жгучих перцев. Тоже их собрано уже довольно много. Можно сказать, что основные перцы уже сняты. Но, тем не менее, жгучий перец продолжает активно поспевать. Вот видно, сколько снова плодов поспело. И тоже сейчас будет проводиться очередной сбор этих перцев. Жгучий перец вырастает каждый сезон неплохой, за что ему большое спасибо. Сорт народной селекции, практически ни разу еще не подводил. Жгучих перцев всего 8 кустиков. И вот урожая с этих 8 кустиков вполне хватает и для собственных нужд, еще даже остается поделиться с друзьями. Несмотря на довольно крупный размер, этот перец сильно жгучий, и он очень хорошо идет в разные заготовки и острые блюда. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев перцев. Всего самого доброго. До свидания.